Отлично. Ну вот мне интересно, вот если бы я в чате не написал, сколько бы мы еще посидели, подождали бы? Ножевой раунд. Третья. Решающая карта для команды Playing Esports против команды 3D Gamers. Но пока что здесь обе карты вообще прошли в таком одном дыхании и для команды 3D Gamers, и для команды Playing Esports. Первая половина, Easy Game, 7-2, 7-2 для каждой из команд, смена сторон, там попытались, конечно, камбэчить на второй карте Playing Game, но, тем не менее, это у них также не удалось, ну и теперь вынуждены отыгрывать третью карту. Полстар на ножах, 1 на 1 против Би, сотня хелсбара у каждого из них. Но Би оказался сильнее. Теперь выбор стороны за этими ребятами. Так, ну что, я думаю, 3D вполне себе могут позволить остаться на обороне, ни в коем случае не рисковать и отыграть практично и на результат. Ну, посмотрим все-таки. Третья карта, да, вот что может быть вкуснее? Две азербайджанские команды, Люксвиль. Право за выход в сетку полуфинала Виноров. Это, конечно, очень классно и ждем, пока плейнги у нас обзаведутся пятым игроком и четвертым тоже. И будем дальше смотреть за этим противостоянием. Потом проигравшие, то бишь апрайзинги против проигравшей вот этой пары, будут играть за право продолжения участия в чемпионате. Давай, Максим, давай. Так. Ну а пока, дорогие друзья, напомню, что все-таки у нас продолжается эпопея с конкурсами от Максима и от меня. От Максима это конкурс ключей. В чем заключается суть? Просто я до сих пор вижу вопросы, как работают ключи, что это такое и с чем это связано. Когда ситуация клатч раунда у нас имеется, допустим, 1 в 3, 1 в 4 и так далее, Максим говорит, внимание, ключ. И кто остался в этой ситуации, тот, соответственно, и является тем самым ключом. По итогам сегодняшних игр будет всего 4 ключа, то бишь 4 никнейма. И в той последовательности, в которой Максим их называл, вам и нужно будет прописывать, чтобы получить заветный донат от Максима. Победителя будет 3, дорогие друзья. Ну а также, напомню, действует история у нас также с лайками. 100 лайков на трансляции — это подарочный код в рандомном порядке, без последней цифры. Вам будет продиктован после игры. 150 лайков — это 2 кода и так далее и тому подобное. Так что после стрима мы не расходимся и сразу же продолжаем награждать вас, и потом только мы закончим стрим. Так что это далеко не все, потому что еще третья карта будет, третья карта в этом противостоянии, да еще и третий матч. Ну вот, а праздник, я думаю, сейчас сидят на инчиках, тренируются и готовы уже растерзать своего оппонента. Ну а мы, в принципе, готовы начинать. Ну что, Люксвиль, порадуй нас. Очень надеемся на тебя. Очень надеемся на то, что вот эти две карты, которые прошли, они не прошли даром, и сейчас на третьей действительно решится сильнейший коллектив. Что опять не так там? Ох, ладненько. Поехали, дорогие друзья. Еще раз всем добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте абсолютно каждому зрителю на нашей платформе YouTube. Плейнги 3D Gamers. Третья решающая карта. Первая закончилась на допах 16-13 в пользу команды Playing. Вторую карту 10-8 на ВГ выиграли 3D-шки. Ну и Люкс
Прям традиционка между азербайджанцами. Это прям вот самое-самое, что ни на есть вишенка на торте. Давайте пожелаем удачи командам. Ну и сейчас определится второй полуфиналист сетки Виноров. Поехали, дорогие друзья, смотрим. Но будем надеяться, то, что здесь, да, действительно, ребята покажут нам красивую игру, а не игру в одни ворота. 3D Gamers в обороне, плейнги в атаке на данный момент. Ну и пошел выход у нас уже под две тумбы. Скорее всего, здесь плейнги особо быстрого такого темпа показывать своему сопернику не будут. Атака все-таки здесь в агрессии может прогореть. Но посмотрим, что покажут. Джеффри направляется на выход нижней тумбы, где его уже будет принимать Пон-Пон. Есть информация. Джеффри находит опен-фраг. Блуд вынужден перемещаться на хелпу своему тиммейту. Но тем временем Полстар остается на ланге. Но, скорее всего, так в роли закрывающего игрока. Чекает своего соперника на аркаде. Ну и будет готовить прокиды под верхнюю тумбу, если вообще туда будет заход. Отби есть минус на нижней тумбе. Падает Джеффри. Джеффри, который как раз-таки Пон-Пона и закрыл в начале раунда. Ну и на длине абсолютно никого плеингов. Кстати, азербайджанцы, да, действительно не очень любят играть через длину. Вот тройка и нижняя тумба, у них прям вот самая короночка. Ну и прекрасно это стоит. Все понимают, что и 3D-шки к такому готовы, и плеинги к этому готовы. Ну а в это время, смотри, какой диффенс. Втроем уже на Б пленту. Как-то они А плент вообще отпускают. Немножко нестандартный диффенс в исполнении команды 3D Gamers. Ну, поймут ли это Skylake и компания? Но там шок в любом случае остается пока что под позициями короба, так что если даже будет выход с нижней тумбы, навряд ли Би стоит стреляться, стоит подпустить куашкам в упор, ну а там выход через мидл готовится от команды Playing eSports. Exposed вместе со Skylake готовится проходить, они слышали Би, от шока был неплохой минус, Skylake моментально разменивается, и Би открывается также на девятку, его закрывают, и Блуд вместе с чекмейтом остаются вдвоем против троих. Фугас будет установлен куда плейнтом, очень битый Skylake, и Аризона встает здесь на упор просто приема семерки, готовится принимать на дропе своего соперника. Но здесь на семерку выходит чекмейт, также ловит по себе порцию своего свинца. И от Блуда также есть минус. Первый раунд в исполнении команды Playing eSports в атаке увенчался удачей 1-0. Красавчики, красавчики, очень планомерно и грамотно все разыграли ребята. Дали саппорт друг другу очень вовремя по таймингам. Так что плейнгам нареканий каких-то вообще нету. По итогам первого раунда. Но вот единственный вопрос у меня сейчас от Джеффри. Будет ли такая же стилистика выхода под нижнюю тумбу? То есть попробовать кого-то там закрыть или нет? Вот он там уже с триггером в руках, насколько я вижу. А триггер у нас где стоит? На лесенках или где? Триггер, по-моему, за... Нет, за нижней тумбой тоже нету. А где же тогда сишечки у нас? Они на верхней тумбе были. Ого. Только что взрыв там прошел, шок скрывает здесь Джеффри. Ну и пока что атака под верхнюю тумбу явно не увенчалась удачей для команды Playing eSports. Падает также Skylake, и трое игроков команды Playing попытаются вытащить этот раунд и взять уже 2-0 для себя и своей команды. Но будет довольно тяжело это сделать, а Playing закрывается теперь опять же у Ашкерами, у команды 3D Gamers. Здесь Пон-Пон сидит за нижней тумбой. Префайры, конечно, от Полстара такие... который дразнят, да, своего соперника. Пон-Пон вынужден был выходить, но, тем не менее, дэмэджа по нему не внесли. Выход на тройку, в упоре находится у нас Шок, на восьмерке играет чекмейт. От Шока есть минус, от Шока очередной фраг, и Полстар 1-5. Находит один минус по Пон-Пону, но здесь его просто пушить идут. Да, и Шок делает третий килл в этом раунде, красавчик. Ну, Шок, конечно, включается. Шок включается, Шок... Запомнился нам еще и в том сезоне легендарного дивизиона. Так что об этом парне мы наслышаны. И прекрасно знаем, на что он способен. Так, от Пон-Пона у нас снова сишечки есть. Все. Отошли ребята по дальней. Ну и Пон-Пон будет играть в районе ковров на А пленту. Ну посмотрим, что уже у нас будет. Длина опять же в исполнении только Аризона Джессуса. А вот от Пон-Пона уже есть энтри-фраг. По семерке Джеффри пока что после первого раунда ничем нас так и не порадовал. Но хаешка очередная была от Шока, есть минус, и ситуация 5-3, опять же, довольно неблагоприятная для команды Playing. Аризона на пикселе здесь ловит все-таки Блуда, но Блуда моментально замещает Шок, и у него в руках Y-93 парные, так что в агрессию на дальнюю дистанцию он навряд ли пойдет и будет принимать в упоре своего соперника. Плейнги сейчас будут дожидаться, когда Аризона стянется к ним. Полстар на семерке, Экспоз из ковша чекает выход тройки, но пока что все тихо, все довольно тихо и спокойно. Куда же плейнги в этот раз нанесут удар, пока что непонятно, но, судя по всему, выход верхней тумбы.
бомбы, а ВТ отпускается. У нас полностью... А нет, не отпускается. Шок возвращается на ковры. И кто кого. Ну вот, пожалуйста, у Полстара 20 хп, он падает, и Экспост остается 1 в 4. Команде Плэнк явно что-то пора менять. Мне кажется, длину пора подключать. Без длины тяжеловато атаковать все-таки, так или иначе. Соперник постоянно закрывается там под медлом, под коврами и так далее. И Шок делает очередные фраги для себя за 3 раунда, 9 фрагов. Стабильно, по трешечке. Но красавчик, красавчик. Мужчина, ничего не скажешь. Ну вот, Плэнгам есть вопросы теперь по атаке. Надо вариативность проявлять. Но плейнги теперь троих направляют на длину. Посмотрим, чем увенчается для них в этом раунде подобный выход. Но Скайлейк остается вместе с Аризоной под зеленкой на данный момент. Полетят прокиды на верхнюю тумбу, я так полагаю, сейчас от Аризоны. Ну и... давайте посмотрим. Не долетел прокид. Увы, обидно. Но, тем не менее, Джеффри уже выходит на косой. Сотни хелсбара у него остается. Находит минус по шоку. Также добивает Флуда. И здесь провалились оборонительные редуты команды 3D Gamers. Ну вот, пожалуйста, сразу длина, сразу некомфортная ситуация для команды 3D Gamers. И это 5 в 1. Разнос, просто реально разнос. Пожалуйста, вот что делает длина. 3D-шки не были к этому готовы. Их стиль обороны явно не заточен под эту позицию, поэтому сейчас должны немножко поменять свою расстановку в обороне и готовиться уже на длину обращать внимание, потому что соперник может в очередной раз удивить. А Джеффри, смотри, молниеносный выход по нижней тумбе, а там Пон-Пон, ну Пон-Пон хорош. Пон-Пон красавчик, сразу был нацелен на то, чтобы поражать своего соперника с первых же секунд и... не прогадал с этим. Но вот это экспост, будет выход на лонг, и давайте, в принципе, за ним посмотрим. Но здесь, опять же, плейнги возвращаются к своему, так сказать, дефолту, избитому дефолту, по которому они пытаются работать. Верхняя тумба, опять же, отпускается игроками команды 3D Gamers. На восьмерке играет только Шок. Понадеялся, опять же, на свои C5, не помогли. От Скайлейка есть минус. И выход, скорее всего, будет под Б-плейн, где Чекмейт вместе с Блудом уже готовы принимать своего соперника. Но выхода не будет. Это дроп на ковры и выход под мидл. Будут закрывать девятку и нижнюю тумбу. Отлично. Зачистили А-плейн, будет установлен фугаса, и Чекмейт вместе с Блудом вынуждены выбивать, но там Скайлейк остался на девятке, у него уашки в руках, и Чекмейт может не сдобровать. Ой-ой-ой-ой-ой, а почему Блуд-то спиной к девятке выходил? Блажь информацию, что Аризона играет как раз-таки на девяти, Аризона еще убегает за нижнюю тумбу, на коврах Скайлейк у нас, и Скайлейк прекрасно слышит своего оппонента, Аризона 24 хп, но сейчас просто должен в спину выходить Скайлейк. Просто выходить в спину, помочь, помочь, помочь тиммейту, и он приходит и делает этот фраг. А вот теперь проблемы у обороны. Несмотря на то, что Экспост у нас с нулем фрагов сидит, его команда пока что впереди планеты всей. Но молодцы, то есть 3 раунда парни уже взяли, 6-3, даже если здесь будет, я думаю, для них не так критично это обернется. Но опять же, прокиды не все долетают до ковров на данный момент. Хаешка тоже под восьмерку была запущена довольно неплохая. От Экспоста, опен фраг падает Блуд, Джеффри также добивает здесь Чекмейта. Пон-Пон разменялся, но тем не менее, атака уже в большинстве, атака должна доминировать. Выход на мидл, Скайлейк просто идет догонять девятку, сейчас Пон-Пон смещается, но Скайлейк добывает здесь минус по Би. И Полстар закрывает Пон-Пона, и Скайлейк дропается за спину к Шоку. Это 4-2 на табло для команды Plank eSports. Парни доминируют над своим соперником, и, ну, 5-4 3D Gamers обязаны. Слушай, ну здесь опять же хаешечка какая, ну просто второй раз подряд, эта хаешка прилетает и снова наказывает. Ну и смотри, какой быстрый темп взвинтили команда Plank. По сути, все у них получается, Полстар на длине, и вот от этого парня очень много зависит. Он видит чекмейта, хорошая хаешка под него, и все, чекмейт по сути безоружен на пару секунд, и тройка может заходить. Би на девятке падает, или нет, нет, не падает пока что, 14 хп у него остается, но Аризона сейчас к нему уже придет и наведается в гости, и в принципе без Аризоны хватило их пол. Чекмейт 1 в 2. Взвинтили темп так, что мама не горюй. Первую половину уже выиграют 100% плейнги, но а 3D Gamers остается максимум 2 раунда забрать. Ну, мы с тобой это обсуждали, опять же, с самого начала, да, то, что вообще еще даже перед началом карты метро, то, что здесь игроки команды Plank eSports на люксе должны вроде как выглядеть сильнее. Но это первая половина, я уже просто не берусь ни за что здесь утверждать в этом матче вообще, но... посмотрим, как же будет оно на самом деле.
Экспоуз открывается вместе с Полстаром на лонг. Аризона закрывает Шока. Также Би пытается отыграть с балкона, закрыть своего соперника на позициях ланга. У него это не удается. И Чекмейт вместе с Понпоном вдвоем против четверых. Выход под аплейн, конечно, будет здесь от команды Plank eSports, но его будет закрывать Понпон. Пошел дэмэдж и... Нет, отпустили, да ладно, я думал, здесь Понпону должны будут закрыть, 3 хп, он все-таки выходит дальше на перестрелку, находит один минус, но после этого погибает. 6-2, первая половина, и один раунд. На паузу? Что-то не знаю, как-то странно воспользовались своим шансом вообще на тактическую паузу. Один раунд до окончания половины. Такое. Ну что, 6-3. Ну хотя здесь, если атака так доминировала, я не знаю, есть ли разница уже для команды 3D Gamer 6-3 или 7-2 заканчивать, поскольку... Оборона вообще должна выходить в преимущество, а не наоборот. Но атака показала себя с лучшей стороны. Опять же, игра через лонг. Джеффри, Полстар и Аризона Джессус встречаются с моментальным отпором со стороны команды 3D Gamers. Но Джеффри это не волнует. Вместе с Аризоной оформляет минус 3. Понпон остался один против троих на семерке. У Скайлейка есть вся необходимая инфа. Но Понпон все-таки делает минус и остается один против двоих. Но это уже бомба идет под бэплэнд и одному в два. В принципе, можно вытащить Понпону. Но я не знаю, сыграет ли этот раунд какую-то роль для команды 3D Gamers, потому что проиграть атаку со счетом 6-3 или 7-2 уже не имеет толком никакого смысла. Но смотри, борется. Борется Понпон и тащит раунд. О боже, ну так бы раньше попадали игроки команды 3D Gamers. Возможно, был бы и другой расклад, но... Тем не менее, первую половину выиграна просто в салат командой Playing. Просто в салат. Сейчас смена сторон и такая же игра 3D Gamers. Нормально. Походу. Так, ну что, поехали. Вторую половину. Жмите плейнги, давайте, запасайтесь терпением, запасайтесь волей к тому, чтобы все-таки закрыть эту карту. Поехали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, я думаю, плейнги должны доводить уже до логического завершения вообще это противостояние. Я не знаю, здесь, ну, могут, конечно, предложить нереальные такие усилия игроки команды 3D Gamers и в атаке показать нам превосходную игру и, опять же, очередной камбэк из Real и, возможно, даже допы. Но пока что, мне кажется, здесь плейнги выглядят все-таки фаворитами. Втроем игроки команды 3D Gamers выходят на лонг. И навряд ли Skylake должен выходить. Skylake пушка... Спокойно, сиди на месте, но все-таки открылся, но я думаю в пикселе заметил толпу соперника на ланге и отходит потихоньку назад. Плэнги сразу же играют на аркаде семерки и ковша, они уже ждут своего соперника, а 3D Gamers довольно зажаты. Так, ну что, Понпон шок, пока что не торопится никуда выходить, пошли раскид гранат и вот в упоре есть Джеффри и Аризон Джессус. Это две уважки, если их ликвидируют, будет неплохо. Там Скайлейк разменяли на длине, но размен это неплохо, потому что фраг был. Ой-ой-ой, Понпон здесь погибает, но вот к этому явно не были готовы играть. Команда 3D Gamers остается в соло блуд, ну, конечно же, есть вся информация, и он погибает. Это сразу же седьмой от плейнгов. Но плейнги не стали церемониться, они сразу пошли миссия выжимать. Успешно. Ну и оказались они... правы. Они, в принципе, сохранили свой вот этот стиль, да, агрессивный стиль, что в атаке, что в обороне. Парни играют довольно агрессивно, но и будут принимать своего соперника. Дефолт от команды 3D Gamers, трое лонг, двое выходят на позиции зеленки. Но в этот раз аркады какой-либо от команды Plank eSports мы не наблюдаем. Возможно, сейчас... парни будут играть более, так сказать, закрыто, более сейвово. Но судя по темпу команды 3D Gamers, они вообще торопиться здесь не собираются. Будут выжидать тайминги до последнего. Полетели хаешки на лонг. И сможет ли Skylake остановить своего соперника вместе с Экспоусеном? Skylake погибает, Skylake не смог. Плюс Экспоус остается с 9 хп. И
сейчас команда 3D может неплохо так зарекомендовать себя в этом раунде. Пон-пон готовит выход на нижнюю. Сишка взрывается и оставляет ему очень мало хп. Но там выход по Джеффри. Джеффри погибает. Ну, отлично. Вот сейчас у 3D-шки есть хороший шанс забрать раунд. Полстар разменялся, но это всего лишь один минус. Ну, а там Аризон Джессус тоже погибает. Все, это экспост 1 в 4. Бомбы будет ставиться на Бэпланту. Ну, и с 9 хп куда же ты побежишь, дорогой мой друг? Стоит так, этот пон-пон прибегает. Ну, вообще, в принципе, сейчас были не готовы плейнги дать отпор своему сопернику именно при проходе с ланга. И мне кажется, сейчас 3D-геймерсы будут пользоваться этим и попробуют как-то вновь надавить на лонг. Но там Skylake играет, опять же, агрессивно. Я так понимаю, он здесь готовит сюрприз своему сопернику. Есть C5? Нет, C5, интересно. В упоре остается Exposed, и здесь же у него в упоре находится Skylake. Но довольно агрессивная оборона ланга. Вообще интересное решение от команды Playing Esports, но как бы на нем не провалиться. Так, там пошли прокиды в очередной раз под эту позицию. И долетят ли они до Skylake? Нет, но они падают на девятку. А здесь Exposed просто в упор встает, видит первого соперника, но у него остается ничтожное количество хп и... Так падает и Skylake. Ну, вот сейчас, мне кажется, надо упор больше сделать на вверх-вниз в команде Flame, потому что на длине не особо получается давать грамотный отпор. Там Джеффри разменялся, но там чекмейт сейчас его догонит просто и в спину перестреляет. Пишут закрытую, команда Flame будет играть в следующий раунд, и думаю, что в закрытую должно быть немножко дела получше. Но полстар все-таки проходит на ковши, его здесь прекрасно слышались нижние тумбы, фугас установлен. Аризона, конечно, может выйти еще с ланга здесь, попытаться побороться против блуда, выйти на девятку. Но пон-пон закрывает полстара, и Аризона остается один против троих. Но хелсбар-то у его соперников крайне мал, ну потерялся, Аризона? Потерялся. Ну, бывает и такое, но все-таки игроки команды 3D Gamers отыгрывают моментально два раунда себе в актив и потихоньку, да помаленьку сокращают дистанцию. Так, здесь сишечки на косой ящик на длине, сишечки на коврах, да, это закрыто, действительно закрыто от команды Playing, все у них заготовлено. Ну и посмотрим, как с этой закрытой справится команда 3D Gamers. Ребята понимают, что в принципе отставание всего два раунда, пусть и на атаке, но тем не менее это отставание можно выбить из соперника и в принципе выйти даже в лидеры. Но для этого придется очень, конечно, сильно попотеть, сильно постараться. Ну и полетели прокиды от команды 3D Gamers под ковры и, конечно же, все эти прокиды чекают командой Playing и у них все очень хорошо сейчас. Они понимают, что это выход на лонг, но они к этому готовы. Ну, здесь, в принципе, игроки команды Playing eSports навряд ли будут открываться и пытаться как-то закрыть выход ковров и так далее и тому подобное. Ой-ой, а тут C5 найдут, нет? Нашли. Сейчас могут прогореть. Ну, ладно. Окей, C5 нашли, но, тем не менее, лонг отпускается все равно командой Playing eSports. Они даже могут, мне кажется, пропустить сейчас на ковры. Им особо не принципиально, как закрывать своего соперника. Но Exposed здесь со своим SK-2010 на пиксель будет сидеть на приеме восьмерки. Ну и вообще, пойдут ли на B-сайт 3D Gamers, и насколько это будет разумно, не знаю. Такие сишечки у меня в воздухе здесь летают на коврах. Нормально. Ну и слушай, все, занимаются самой важной позицией для себя команда 3D Gamers, они могут разыгрывать. Там очень много игроков с длины пришло, ну и посмотрим, чем это все кончится. Под Джеффри, возможно, дроп будет, хаешечку бы сюда кинуть с ковров и выкурить этого оппонента было бы неплохо. Ну и на девятку также можно гранатку закинуть с двух тумб. Ну, судя по всему, подготовка выхода аплента сейчас от команды 3D Gamers. Но там Джеффри очень агрессивно сыграл, его ликвидировали. И здесь же Аризона попытался засейвиться. Не удалось, развалили эту закрытую оборону от команды Playing eSports. Skylake остался один против четверых, но его также ликвидируют. Я просто не понимаю, что творится с командой Playing, с командой 3D Gamers. Что с вами, парни, не так? Просто первую половину берете, вот оно, ну практически, вот она победа, и они просто начинают отдавать. Они начинают открываться на эти перестрелки. Вот опять же Джеффри закрывал нижнюю тумбу. Вышел зачем-то чекать семерку. Его сразу же здесь закрыли в два ствола. Но соперник читает, соперник понимает, как действует команда Playing. И здесь Playing'ом навряд ли...
плейнгом навряд ли получится удивить своего соперника именно закрытым. Закрытым стилем игры, возможно, стоит сыграть агрессией. Не, ну тут уже не то чтобы закрыто, это скорее дефолт просто в исполнении команды плейнг. Стоят игроки на верхней тумбе, стоят игроки с плента, то есть это самое что ни на есть дефолт. Но три игрока уже у атаки на длине, они готовятся проходить, чекмейт удостоился права первого, кто будет открывать позиции. Ну и давайте от него посмотрим, насколько хорошо он сможет отыграть, а там сишечки под ним стоят. Ой-ой-ой-ой-ой. Сишечки опасные, но тем не менее они не играют свою роль. И никого вообще не почекали и не взорвали эти сишки. А вот уже и размены пошли от Шока и Полстара. Размены Е4 в 4, но на коврах погибает еще и чекмейт. Би! Би тоже здесь, по идее, погибнет. Но он делает размен, но сразу же Эксполз приходит на размен. И Эксполз закрывает еще и Блуда на длине. Но Помпон все равно остается в этом клатч-раунде один против двоих, и при этом у него остается 79% здоровья, так что воевать этот парень еще может. Но насколько эффективно у него это получится, давайте посмотрим. Принимает стройки, выход на ковс, но 15 хп остается, и Джеффри, по сути, должен добивать своего соперника, но там еще и Эксполсед подтягивается на хелпу. Триплкил в исполнении Эксполседа, молодцом, и все-таки берет 8-й раунд для своей команды. Опять же, плейнги начинают потихоньку отрываться от своего соперника, но 2 раунда надо еще взять. Если даже сейчас возьмут один... Это вообще не повод расслабляться, как показывает практика. 3D-геймерсы могут камбэчить. Да, здесь также на люксе мы, возможно, станем свидетелями допов. Никто этого не отрицает, потому что мы уже видели, к чему такое вот отставание от одной команды от другой приводит. Причем, кстати, что интересно, камбэк был как на метро, так и на ВВГ. Так и на люксе. На трех картах подряд от этих команд были камбэки. Это лишь две вещи, значит, что две команды с характером, и они действительно очень хорошо знают друг друга. Ну и я даже не знаю, кто здесь сильнее, серьезно. Даже если выиграют лэнги, это не явно означает то, что эти ребята 100% сильнее команды 3D. Также и про 3D можно сказать. Команды на дистанции только могут выявить, кто же среди них сильнейший против других команд. Согласен с тобой полностью, Герман, но сейчас оборона осталась без ведущего стрелка команды Playing, это Arizona Jesus. На данный момент парень составляет огромное количество обороны, просто под каждой позиции пытается сейвить, наносит кучу урона вообще своему сопернику, да, порой не удается перестрелять, но тем не менее подготавливает, так сказать, своего соперника для тиммейта. Ну что ж, вчетвером действуют 3D-геймерсы под семеркой и ковшом на данный момент. И будет ли это дроп на нижнюю тумбу, выход под Джеффри и Скайлейка, или же все-таки здесь 3D-геймерсы что-то задумали под верхней тумбой. Но ВТ отпускается полностью командой Playing. Там полстар один на восьмерке находится, и то с триггером ждет, но удастся ли. Да, преимущество, конечно, крайне мало, а вот и хаешечка, точнее сишечка, и ситуация 3-3 на карте, на дне полстар. Вообще заигнорировал своего оппонента, но выход на нижнюю уже есть, и будет установлен плен, конечно же, 2-3 ситуации на карте. Блуд! Перестреливает все-таки Эксполз, от полстара есть размен, но нету точной информации, где находится второй игрок. Первый, понятно, в пленту, но вот второй где? Все, есть информация также и по второму игроку, пошел префайр. А там и чекмейт. Там и чекмейт, все, полстара здесь не выйти просто так. Его просто задушат два оппонента своим припарами. Но чекмейт слышал сейчас, как он сместился на дроп нижней тумбы. Естественно, его здесь будут принимать. Полстар живет до последнего, 21 хп, но там еще и чекмейт подоспел на хелпу. Очередной минус в исполнении команды 3D Gamers и также раунд в их активе. Молодцы, им два раунда остается им, по сути, до того, чтобы взять уже себе, так сказать, комфорт, взять себе преимущество по раундам. Ну а там, кто знает, смогут ли удержать этих парней плейнги, но... Первый раунд, вот мы их похвалили, то, что они сыграли сразу же на поджиме, сразу же на агрессии. Сейчас они играют довольно закрыто. Играют закрыто, они пятятся, надеются на C5, но не знаю, насколько это правильно. Мне кажется, стоит все-таки показать свою агрессию, на что они способны. Ну, поехали. Поехали, дорогие друзья. Очень долгий раунд нас также ожидает и в этот раз. Все будет зависеть от прокидов команды 3D Gamers. От сишек команды Playing. Ну вот как-то вот сильно на сишки полагаются Playing, мне кажется, вот в данной игре это очень большая ошибка. Соперник сам любитель сишки поставить, и поэтому знает, где примерно будут стоять сишки у его оппонента, тем более на такой избитой карте, как люкс. Так что, мне кажется, Playing надо просто сыграть на стрельбу сейчас, на гранатах, не придумать велосипед в виде сишек. Так что
Надо просто надеяться на себя. Но здесь уже 3D-шки плавненько начинают выходить, занимать семерку и под подход к верхней тройке. Ну, посмотрим. Блуд 1 на длине, кстати. Вот это вот может стать неприятностью для команды от 3D-геймера, если он погибнет. Но сидят все-таки здесь до последнего игроки команды Playing eSports. Да, в принципе, и правильно то, что они сейчас дожидаются своего соперника, но уже несколько раундов от них было сыграно именно медленно. Парни пытались ждать, парни пытались принимать, были закрыты и надеялись на свои C5, но 3D-геймерсы на скиле просто вывозили своего соперника. От Skylake есть неплохой сейф, нижние тубы падает у нас все-таки фон-фон. И здесь же парни всей толпой просто рвутся, ну куда вы друг друга-то подпирать? Ай-яй-яй-яй-яй. Нижняя тумба явно не увенчалась удачей для команды 3D Gamers. Блуд остается один, минусует девятку, падает у нас коробка и остается один против двоих. Там Полстар на косом готовится принимать своего соперника при выходе с девятки на P-сайт, но навряд ли Блуд туда пойдет. Он будет занимать именно аплейн, C5 не помогают команде Playing, и парни уже обязаны идти на выбивание. Но здесь Блуд в смоках, конечно, должен чувствовать себя превосходно, ловить своего соперника, но с двух сторон, главное вместе. Вот так вот, молодцы. Девятый раунд оформляют для себя игроки команды Playing eSports. Ну и это уже матчпоинты. Да, это матчпоинты. Два матчпоинта в обороне. На самом деле, я думаю, этого более чем достаточно команде Playing. Но 3D не сдадут. Здесь уже, понятное дело, отступать некуда. Вперед, только вперед. И лучше здесь, опять же, действовать прагматично команде 3D Gamers. Сыграть, опять же, на своих раскидках. Сыграть на своих выходах. Как они это делали несколько раундов подряд. Я думаю, это им, конечно же, поможет. Ну, вот смотрите, вчетвером просто стоят, принимают лонг, надеются на аркаду от команды Playing. Ну, а Playing, я думаю, сами понимают, что раз соперник сумел их закомбэчить, то здесь, наверное, агрессивно уже прям до конца действовать не надо. Четыре игрока на ланге, ну, возможно, последний выход от команды 3D на люксе. Против своего оппонента. Ну, там тьма гранат сразу же летит. Естественно, то, что игроки команды Playing eSports начинают понимать, где находится их соперник, и они просто обязаны контрить сейчас выход ланга. Но здесь тонна смоков сразу же отправляется на мидл. Skylake уже готов принимать. И на подхвате у него будет Джеффри. Ой-ой-ой. Тем же увенчается. Ой-ой-ёшеньки, ой-ой. Хаешка от Аризоны, конечно, была превосходная. Но я не понимаю, почему сейчас 3D Gamers сначала вроде как направились на позиции ланга. Они зашли, а потом стали сразу же отходить. Но, как по мне, передержали немного. Передержали, но Бита пока что еще борется. Там же и пон-пон у него есть. И Бит третий фраг лепит. Да ладно, ситуация из 5-2 превращается 2 в 2, но... 12 и 3 хп против фуловых. Ну, не знаю. Пон-пон здесь может поставить, в принципе, и пачку своих уашек. Либо по Аризоне, либо по Джеффри и так далее. Но то, что сделал Бит, конечно, сейчас очень сильно мотивировало и его, и Пон-пона. Что Аризона делает? Но Аризона пытается найти своего оппонента. Он префайром просто выходил, понимал, что может просто пулю получить. А так, возможно, и зарандомил бы. Поэтому... закрытую бы встать, наверное, мне кажется. Да, на Б. Просто уйти, закрыться на Б, отдать, возможно, своему сопернику именно позиции аплента. Хелсбар, конечно, далеко не превосходит у команды 3D Gamers Плейнгов. Но есть информация о том, что соперник подошел под верхнюю тумбу. Здесь Помпон пытается стреляться против Аризоны. Но это... Время нет. А, ну да, там уже время вышло, и парни вынуждены были атаковать. Десятый раунд все-таки для команды Playing eSports, но надо отдать должное этим командам. Из таких нестандартных ситуаций, просто критических ситуаций со счетов 7-2 первой половины, парни оформляли камбэки. Браво.